Привет всем, рада снова видеть вас на своем канале, и в этом видео я выполню абстракцию. Абстракция всегда привлекает внимание к себе, так как нам хочется рассмотреть каждый, даже самый мелкий ее элемент. С каждым годом такие дизайны набирают свою популярность за счет своей лаконичности и простоты выполнения. Если вам интересно, оставайтесь со мной и начнем. Наношу тонко на свои ногти базу от Fox Strong, далее я набираю каплю материала больше и распределяю ее. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. После базы я снимаю липкий слой и буду наносить свой фон под абстракцию. Я выбрала, естественно, молочный цвет. Вы можете взять любой понравившийся, и, кстати, несколько идей абстракции в разных цветах будет в конце видео. Поэтому вы сможете выбрать любой понравившийся вам вариант. Ну а это моя палитра. Несмотря на то, что здесь куча цветов, мне понадобилось только 3. Все цвета и названия я оставлю в описании. Я использовала бежевый, коричневый и оранжевый. Смешивала и добавляла я цвета на глаз, вы можете взять свои любимые цвета и поэкспериментировать. Наносила все цвета я в один слой. Сам рисунок, наверное, слишком прост, чтобы я его комментировала. Вы сами можете решить, на каком участке ногтя будет цветовой акцент, а где лучше оставить фон. Идеально ровно подводить какой-то цвет тоже особо и не нужно. И даже если у вас упадет кисточка с гель-лаком на ноготь, то абстракцию это не испортит. Возможно, так и планировал автор.
состав. Come on. После цвета я делаю прорисовки черной гель-краской, она у меня не растекается и довольно плотная, поэтому я рисую сразу на всех ногтях. Линии я делаю неровные, они более дрожащие, где-то они будут у меня потолще, где-то тоньше. Я добавляю непонятные брызги кистью и мазки. Единственное, наверное, что я отмечу, это если вы хотите больше легкости и воздушности в дизайне, то черные линии делайте тонко в один слой и без черных ярких пятен. Мне хотелось более такой яркой, контрастной прорисовки, поэтому кое-где я наводила линии в два слоя и расставляла черные акценты. Перекрываю дизайн я сначала глянцевым топом с липким слоем, далее я буду перекрывать матовым топом. Если у вас нет топа с липким слоем, то перекрывайте без липкого слоя и слегка его не досушите в лампе. Так сцепка с матовым топом будет лучше. Независимо от вашей длины ногтей, абстракция будет смотреться довольно изысканно. На длинных ноготках просто площадь для творчества немного больше. Самое главное здесь, это, наверное, только удачно подобрать цвета, чтобы они сочетались между собой. Кстати, о цветах, гармонии и сочетании я писала пост в Instagram, поэтому, если вам интересно, заходите и почитайте. У меня на сегодня все, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу у себя в Instagram по хэштегу Карина Корн. Ну и надеюсь, подборка рисунков, которые будут далее, вас вдохновят на что-то подобное. До скорого в новых видео. Пока-пока.